Настоящая русская зима. Дорога прекрасна. Вокруг сказочные пейзажи Васнецова. И вспоминаются стихи Пушкина. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит. Но, пересекая границы приюта, сказка рассеивается. И ты понимаешь, что такая зима для приюта – это стихийное бедствие. Ребята, снега что-то немыслимое. Просто что-то не мыслимое. Ребята, этот снег, это вообще что-то. Ребем, он не кончается. Ну. О, Господи. Снега в этом году просто чудовищно много. Очень много. Вот столько мы выгребли, ребята. Осторожно только. Ребята, здесь уже все прочистили. Сейчас будем чистить возле барашков. Здесь тоже остался только вот этот кусок. И начинаем чистить вот так теперь. Хорошо. А вот здесь, ребята, просто ум. Ребята, теперь осталось еще вот этот проход как-то вычистить. Это просто нечто. Здесь все, ребят, прочистили. Эту сторону здесь тоже прочистили. И эту заканчиваем сторону. Потом пойдем, ребята, вот эти ряды чистить. Еще надо в ту сторону до самого конца хотя бы дорогу прочистить. Ребята, снега это что-то страшное. И я не знаю даже, если честно, сколько с меня тракторист возьмет. Переползти. Ну все, ребята, я замерзла, как собака по-настоящему. Как вроде это я в вольере просидела. Все, осталось нам выровнять за воротами то, что мы выгребли. Иначе у нас ничего не получится. А пока выталкивали, укатали горку. А вот теперь я думаю, если привезут, как машины к нам заедут. Поставила водичку им попить. Смотри, что делают. А он решил искупаться, индоутка. Там внутри пока убираем, сено меняем. Да, ушастые? Потерпите чуть-чуть. Так, ну что, греет? Там бытовка у нас, да? Мои маленькие, да. Бегите скорее, там тепло. Что мои маленькие? Замерзли мои дети. Замерзли. Хоть сено и накидали, замерзли. А еще худеть начали, Лена. Начали худеть дети. А вот это хуже всего. Корма не хватает.
Сегодня ребята вольеры не убирали, я сегодня сказала убирать крыши. Иначе крыши... Ребят, собаки худеют, корма не хватает. Ребята, у нас не хватает корма. Бедные мои. Когда собаки не доедают, они не могут согреться. Это может повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем, истощение и переохлаждение, вплоть до летального исхода. Ветеринарный врач моих животных всегда говорила так: если животное набрало лишний вес, не волнуйся, это поправимо. Небольшая физическая нагрузка и умеренное питание. А вот если животное худеет, то пора бить тревогу.